Что вы там так шумите-то? Угу. Возможно, тех придется вырубать. Сейчас посмотрим. Установить взрывчатку. Ой, тебе показалось. Забери ее. Отдай ему тело. Кстати, да, надо было кинуть. Вот видишь, вот сейчас почему-то он... Ладно. Сейчас кладет рядом. Говорили, что это разные кнопки, странно. Не знаю, по-моему, там нет других кнопок. Ладно. Еще один дубль. Дык-дык-дык. Дык-дык-дык. Убегаем. Надо было в дверь выйти обратно. Что надо было? В дверь просто обратно выйти. Что ты в стекло-то упираешься? Ну, в смысле, в окно. Кто? Что заметил? Кто? Что ты слышал? Так, ну ты тут старался, как это тело пропихивал. Я бы тоже услышал, наверное. Там уже справа кто-то ходит. Я вот думаю загрузиться или фиг с ним. У меня тело опять пропало. Ах ты гад, а? Не заметил, ага. Заметил очень даже. Ага, хорошо. Я далеко сохранился. Лежите, да? Храпите. А здесь закрыть нельзя. Сейчас без шума просто пройдем. А, то есть он снизу не видит? Угу. Ну пусть лежит здесь. Отпустить, кинуть. Ну вот я отпускал на F вообще. Ладно, нормально. А что ты делаешь? А. Ну вот этого хочу вырубить. Жадность. Так мы сейчас взрывчатку заложим. Надо их обезопасить. Понятно. То я помню вот эту вот помойку. Вот это вот. Казалось бы, да? Вроде хорошее место. Иди обратно ко мне. Сам бы там жил. Что тут у вас можно еще забрать хорошего? Да все вроде.
Эту игру нельзя недооценивать в плане нычек. Я даже не спорю с тобой. На всякий случай. На всякий случай, да. Бежим. Ты их еще прикрой своим телом на всякий. Они там живы? А я думал, на ту сторону прыгать надо. Ты так бежал. Ну я вообще тоже думал, надо будет, да. Может, я не допрыгнул? Я просто, ну я не помню этот момент, вот честно. Взрыв помню, потому что он мне доставил проблем. Какой трям? Не знаю. Стоять. Пишешь, что в тюрьме мы все собрали, кроме одной скамейки. Кроме одной скамейки. В смысле, скамейки? Ладно. Там документ какой-то лежал, наверное, да? Не знаю. В смысле, я просто не пойму, кроме скамейки, как ее можно собрать? Ну, имеется в виду денежки, наверное, на скамейке лежали. Понятно, на какой-нибудь. Понятно. Ладно, в катакомбы. В основе фехтовального искусства... Не знаю чего, ладно. Катакомбы. Беглец. С помощью неведомых друзей вам удалось сбежать из тюрьмы Колдридж. Теперь нужно добраться до реки Ренхевен, где вас ожидает союзник. Угу. В играх такого жанра всем всегда что-то нужно, и не всегда из чистых побуждений. Это ты сейчас про чатик или про что? Про игру. Ну, говорят, освободил союзник. У него тут взрывчатка была. Не мог он тут все случайно взорвать. Думаешь, ему помогли? Кто мог такое провернуть? Может, банда с Bottle Street? Ты посматривай, вдруг тут ловушки. Отлично, если повезет, Корва зацепит хоть одну. Ты его боишься? Он же из Сирконоса. Там одни торгаши и шлюхи. Мал, ты еще не знаешь, кто он такой. Я видал, как он дрался против троих, упражнялся во дворе. Быстрый, как вихрь. Надеюсь, это я его найду. Я тоже на это надеюсь. Что ты говорила последний раз? Я сказала, что не факт, что те союзники, которые нас освободили, из хороших побуждений это сделали. Всем всегда что-то нужно. Угу. Ну это да. Записка от друга. Корва, если вы читаете это, значит наш план сработал и вы вырвались из Колдриджа. В глубине катакомб для вас приготовлено оружие. Возьмите его и отыщите Самуэля. Он будет ждать там, где тоннель выходит в реку. Самуэль доставит вас к нам. До скорой встречи, друг. Друг. Сейчас. Вот эти опасные. Да. Еще как опасно. Почему они не могут сквозь решетку пройти? Тупые. Нелогично как-то. Да я и так в режиме скрытности. Это нас учат. Намек, да. Ага. Недооценивайте крысок. Поэтому они не могли пройти, чтоб сразу не загнулся ты.
Все. Скушали. Что, там вообще ничего не осталось? Вообще ничего не осталось. Ну вы вообще жрать. Вон там только сабли. Все. Сабли. Прям анекдот вспоминаю и сижу вот и держу себя в руках, чтобы не рассказывать про ансамбли. Я вот до этого держал себя в руках, а ты не смогла. Так я держу себя в руках, это ты уже просто истерики закатываешь какие-то непонятные. Ага. Хихикает тут. Обстановку расхолаживает просто. Нельзя, нельзя, это матершинные анекдоты, которые в голову приходят. Мне хорошие анекдоты в голову вообще принципиально не приходят. Просто в поиск забейте анекдот и дальше без ансамбля. Или про саблю. И, наверное, найдется что-то. Ну, что-то определенно найдется. Почему казалось, что там наверху что-то было? Нет? А? Что, прям так больно-то? Да, прям кусаются. Гады какие. Дайте что-нибудь скушать. Мне показалось, или там кто-то хомячит? Дневник Дамьена. Дамьена. Дамьен. Дамьена. Да. Понравилось, Саша, произношение. Денег у нас с Амандой хватало только наполовину нужного количества эликсира. Ну и тот мы уже израсходовали. Остается ждать. Мы очень больны, нам негде спрятаться от городской стражи. Они вламываются в дома по всему району. Мы останемся здесь и вместе примем смерть. Разожженный нами пожар отпугнет крыс, но скоро им достанется весь город. Да. Смешной анекдот. Ладно, наверное, мне память изменяет. Мне казалось, я там что-то... Подожди-ка, вон туда нельзя забраться? Нет, это не про тот, который приехал ансамбль на зону. Это немножко другой. Ладно, нельзя.
Да, про пианиста Сидорова. Эх, запить нечем. Запить, чтоб ничего не слиплось, что ли? Да. Нам же велели грузить тела на телеге. Да пошли они, далеко тащить. Ничему не хочу подцепить. А ты? Я тоже. Но эликсир же от нее защищает. Может и так. Короче, давай свалим их здесь, пусть их крысы сожрут. Но рисковать не хочется, да? Угу. А, бутылки это чтобы крыс отвлекать, пробежать? Не-не-не. Крысы, по-моему, на это дело не поведутся. Да ладно. Ну, мне кажется, не должны. Хотя, может, и поведутся. Телами тогда отвлекать? Телами, да. Телами почему бы и нет. Сейчас я полазю сначала, осмотрюсь. Да тут крысы вообще жуть. Бегут, бегут, смотри. Они пока не сидят. Не побегут в свою сторону? Так, жрут. Закрыть можно? Нет, бежим. Ну и ладно. Убийца Корва, на совесть которого смерть нашей дорогой императрицы и исчезновение Эмили, наследницы престола, временно сбежал из заключения. Те, кому что-либо известно о его местонахождении, должны немедленно сообщить об этом городской страже. Чтобы подняться по цепям, прыгните на них или подойдите ближе и нажмите F. Ты там крысу жареную съел, что ли? Да. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Дрэден-дрэден. Саша, это непроизвольно. Про дрэден-дрэден? Да, это будет происходить периодически. Но учитывая, что они постоянно это будут насвистывать. В смысле задеть? Что задеть? Не знаю, растяжка F задеть.
Зачем задеть? Это было близко. Куда это улетело? Не знаю. Надо было хоть прижаться к какой-нибудь стене, я не знаю. Сойдет. Задеть. А зачем вообще эту кнопку нужно задеть? Я думал, может быть, перевод кривоватенький. Просто снять надо... можно было как-то, я не знаю. Не знаю, может быть. Я думал, что это и будет снимать. А, понятно. Не знаю. Думал, перевод кривой какой-то. Да. Ну, в общем, задеть — это не снять. Ну, хотя, с другой стороны, вроде снять, но не так, как ты хотел. Вроде снять, но опасно. Но есть нюансы. Да-да-да. Тебе там чатик негодует, что можно было поверху пройти. Нет, ну интересно же было задеть. Если бы Саша знал, что он заденется так, он бы еще 20 раз подумал. 20. Все 50, наверное. А так у него прям... Думалка сразу отказала от ошеломления. Но я сохранился, хочу заметить. Так что я предполагал такой исход. Что тут еще интересного-то есть? О! А ты, интересно, где заминировали что? Неважно, сниму. Но вообще, как бы, зачастую в играх дается возможность снять растяжку где-нибудь там с краю. Ну да, именно что. Лорду-защитнику. Приветствуем вас, Корво. Вернее, лорд-защитник. Именно этого титула вы по ошибке были лишены. Мы верные слуги Империи и настоящая императрица. Группа лоялистов, которым не терпится увидеться с вами. Возьмите это оружие, сделанное специально для вас из лучших материалов, которые только можно найти на островах. Наш человек, Самуэль, ждет вас там, где тоннель выходит к реке Эрнхэппен. Поспешите, желаем удачи. Помните, у нас общая цель. О! Специальное снаряжение, которым пользоваться не особо будет нужно. Какой у меня складной ножик, а? Ага. Выбор оружия и умений. Удерживайте колесо мыши, чтобы открыть меню быстрого выбора. Чтобы доставать оружие или использовать умение, по одному нажатию клавиши выделите нужное в меню быстрого выбора и нажмите любую горячую клавишу. Есть 10 горячих клавиш, изменить их можно в меню настроек. А, вон оно как интересно. Усыпляющий дротик. Зажигательный болт, арбалетный болт, обычные пули. Тебе, наверное, только усыпляющие пригодятся. Да. Там ничего не нужно, кроме усыпляющих дротиков. Ох, Саша оторвется. Потом, на повторном. О, да. О, да. Саша оторвется. Куда идти-то? А, вон дверь. Подожди, а у меня фов. Такое ощущение, что он все-таки маленький. Мне там вначале писали, но мне казалось, что я увеличивал. 95 так-то. Монетку, говорят, пропустил. Бессовестный. Где? Оставил. Где ты там их собирал? Где-то же ты их собирал? Где? А, во. Глазастые. Глазастые, да. Не, что-то перебор, по-моему, фов сейчас. Верну обратно.
бегу. А просто подкатиться нельзя. Так-то опасненько как-то вот этим заниматься. Доля Джелли. Джелли, на случай, если ты пропил все мозги и ничего не помнишь, обратись за ответом к Виски. Виски, дошла? Если хочешь получить свою долю, сделай все в лучшем виде. Если нет, я навещу тебя через месяц. Требуется код. Нам нужны Виски. Вон он. 4-5-1. А где вводить-то? А, во. Вот этот момент я не помню, например. Целебный эликсир. К кому подкатить? Никому, а куда? Я не пущу его, сэр. Ты хоть знаешь, кого мы тут ловим? Даже не пытайся. Биться с ним. А если рядом никого из наших не будет? Тогда шуми погромче перед смертью. Опрокинь что-нибудь, если сумеешь. Вот ублюдок. Он сказал, не пытайся биться с ним там еще немножко. Ну, смысл понятен, да. Воняет так, будто там дохлый кто-то. Кто-то дохлый. У нас вот с такими уровнями, продуманными лазейками, стелсом и так далее, вообще что-то из последних. Может, так и есть, по темноте они приходят сюда умирать. Прыгнут в воду и конец. Хоть что-то выходило из подобного. Пока я тут все равно сейчас с ними буду мучиться. Интересно, какая здесь глубина? Дна не видно. А, действие в падении. Спрыгните на противника с высоты и перед самым столкновением зажмите, чтобы совершить убийство. При этом вы не получите урон от падения. Такое. Да я не попал. Такое, да. Что? Попал. Саша развлекается. Я не понимаю. Я помню, я пробовал. У меня так и не получилось это сделать нормально. Так ты их убиваешь вроде, нет? Нет, жив остался. Повалялся такой. Ладно, аккуратненько спускайся. Не надо вот этим заниматься. А чё? Ну ладно. Потом оторвешься. Отыграешься. Отомстишь им всем. Ха, мерзкая дрянь. Ой-ой-ой. Что это сейчас было? Зачем это было? Тормозило, не знаю. Да что ж ты? Ого, вас тут. А
Оглушение в падении будет только ко второй части, к сожалению. Ну вот да, к сожалению. Да что ты всплываешь-то? Нет. Кору, наверное, не очень хороший человек, раз всплывает. Я о том же подумал, да. Да ладно, идеальный, он заботится. Видите как? Чтоб их там не погрызли. Этого тоже туда же. Мне вот просто интересно. Рубрика эксперимента от Саши. Что, прям? По-моему, горит? Он умер. Потому что, смотри, на этого я навожусь. Храпит? Без сознания. Ага. А здесь мне пишет без сознания. Ну да, он умер. Ну ладно. Эксперимент. Так, а вот пока лежит. О, это сознание. Без сознания, да. Хорошо. Вот кто-то не удивятся, когда проснулся. Да не нужно мне ваше убийство в падении. Игра прям намекает, хватит, давай убивать. Они мне нужны вообще, может их и не трогать? Если они тебе не мешают, то можешь их не трогать. Я просто не вижу тут пока ничего ценного, но вот еда есть какая-то. Он сейчас повернется к нам задом. Ну вот деньги, да. Разве и что мы посмотрим, есть у него кошелек или нет. Интересно, он заметит, что там еды нет? Нет никакой бутылочки. Нет. Жалко, я так неудачно тут, конечно, встал. Давай, мочи их! Нормально так. По-моему, у всех есть кошельки, нет? Нет, не у всех. Ну, по крайней мере, вроде попадались, у которых не было ничего. По-моему, он меня спалил в конце. Не знаю. Мне показалось, я значок видел. Возможно... Возможно, я не прав. Проблема в том, что их крысы съедят. А мы их вон подкинем повыше. Ну что ты не подкидываешься-то? Ты его частями закинь, легче будет. А чего ты не кидаешься-то? Сойдет. От кого-то остаются рожки до ножки, от этих остаются сабли и пистолеты. Вот они удивятся-то.
А я так понял, я там где-то еще одну монетку пропустил уже, да? Ну, писали в чатике, да, монетка. А где, я не знаю. Еще под водой иногда могут что-то сныкать. Тоже вот так вот, хоп, монетки могут лежать. Почему бы и нет? А нет, это труп. Так, мне же не сюда, мне по идее туда, значит, да. Записка мертвого отшельника. Здесь, у Рунхевена, и будет мой последний приют. Тут смердит бездной. Но аромат тушеной миноги, приготовленный по бабушкиному рецепту, отобьет скверный запах. Помню, как плыл по этой реке навстречу Великому океану, безбрежному морю света и синей воды. Тогда мне было всего 15, и наши сети всегда приносили улов. Старые добрые деньки. А потом все полетело в бездну. Мне все равно, как это произойдет. Тяжелые сапоги стражи, острые зубы крыс или чумный жар равногубительны. Теперь мне все равно. Чашка, чашка. Но он ее сначала написал, а потом умер. Это к вопросу, а как он написал записку, если он мертвый? Внимание, граждане Дунволла, убийца Корова, на совесть которого смерть нашей... А, ну это мы знаем. Он временно сбежал, мне нравится постановка вопроса. Говорят, денежка осталась еще. Где денежка осталась? У начальника. Да ладно. У самого, у него? В комнате. Тело? Такие вещи, если он уже пошел, можно чуть раньше писать об этом. Ну, у них задержка, не забывай. Ага. А где? Да, где? Выше где-то? Ниже? Там, что ли, на полке? Вроде не вижу. Бездна, бездна. Все вспоминает сразу. Бездна. По-моему, кто-то ошибся. Я не вижу никаких... Стаканы, да? Вот где изначально пролез сверху. Изначально где пролез сверху? А, во-во-во-во-во, сверху прям, снег. Смотри. Офигеть. Вот спасибо. Мы богатые. А-а-а! Счастью нет предела.
некоторые слова просто уже прилипли к каналу, вот типа без, там, контрабанда, махана. Что не так с бездной? Все хорошо. Наоборот, все хорошо, Саша. О, мы пришли. Ха, забавно. Сныкали. Кого сныкали? В чатике вот пишут еще, а если сразу не соглашаться отплыть за Самуэлем, есть сундук под водой рядом с причалом? Вот ты говорил, что в воде может быть всякое. Ага. Ой. Орво, давайте сюда. Быстро. Я свой. Подожди. Уже теперь подожди. Мы пошли. Ты это помнил, да, прям? Нет, ой, не а помню. Что? Тебя жрут, что ли, там? Жрут. Зачем вы его едите-то? Кушать хотят. Офигеть. Звать меня Самуэль. Я служу добрым людям, которые очень хотят с вами встретиться. Они сказали, что вы тут будете, но я до сих пор поверить не могу. Я отвезу вас к ним. Тут близко, ниже по реке. Можно ехать же, да? Чатик, можно ехать, да? Еще не забыли. Ладно, поехали. Вот. Смотрите, найдено наших жертв две. При этом убито ноль, убито простых ноль. Было сигнал в тревоге. А где наши два тела обнаружили? Возможно, кто-то засек в момент какого-нибудь оборота вокруг. Ну, когда ты уже убивал. Угу. Деньги где-то не все вот собрали. 965 из 1010. Угу. Ну, я думаю, что на это вообще пофигу. Нет, Саша, перепроходи. Нет. Два тела там, где бомбу взрывали, там всегда обнаруживают. Не, мне кажется, я проходил так, чтобы их не нашли. Там надо ныкать. А, они потом прибегают такие. А, два тела. Да. Ну, для нас главное вот это, хаос в мире. Низкий, чтобы был. И, ну, желательно нет убитых, и желательно не обнаружен ни разу. Но это не особо принципиально, по сути. Ладно, погнали дальше. All members of the watch, we are now under high alert. Stay alert. Detain any suspicious person on site.